дві. Увага! Руш! В Харьковском лесопарке спортивный кросс в поддержку целостности и единства Украины. Шестиклассник Ваня Солдатенко пришел на мероприятие вместе с родителями и младшей сестрой. Рассказывает, и мама, и папа работают бухгалтерами в университете воздушных сил. В субботу вся семья приняла участие в забеге на 1 километр. Первым к финишу пришел Ваня и получил за это награду. Радостные. Чувствуется, что ты победил, и хочется еще побегать, побеждать. Патриотическую акцию Университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба организовывает уже 3-й год подряд. Длина кроссов разная – от 1 километра до 10. В сумме дистанция забегов составляет символическое число – 6993 километра. Это длина нашего кордона от Ялты до границы с Ростовской областью. Невзирая на аннексированный Крым, на оккупированной территории, каждый из нас верит и знает, что границы нашей страны неизменны. И нашим вот таким лозунгом мы подчеркиваем, что вместе все мы эту длину преодолеем, и наша незалежная держава будет жить в своих кордонах. В спортивном мероприятии приняли участие около 3000 человек. Военнослужащие, курсанты, педагогический состав Университета воздушных сил, их семьи, а также учащиеся других вузов силовых ведомств Харькова. Возрастного ограничения для участников нет. Поддержать патриотическую акцию пришли и курсанты кадетского корпуса. В чем заведение почти все спортсмены. Физическая подготовка – это на первом месте. Поэтому, думаю, все пробежат хорошо. И надеемся на хорошие результаты. Организаторы говорят, победителями стали все, кто принял участие в забегах. Самых спортивных все же отметили дипломами и памятными наградами. Ирина Сайко, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».